Добрый вечер. Вы обращали внимание, что когда мы ходим с детьми в цирк, в цирке нам, взрослым людям, в общем-то, как-то не очень весело, не смешно, скучно. Цирк вообще достаточно консервативен, такое искусство цирковое, оно, с одной стороны, вроде бы вне времени, с другой стороны, очень сильно завязано на традиции. Когда цирк, в принципе, появился, ведь это был единственный вариант развлечения, ну, в некоторых странах цирк был практически вариацией на тему театра, но в целом он показывал какие-то сверхвозможности человека и был посвящен тому, что все прекрасно умеют это делать, но вот циркачи это делают лучше. Потому что ведь цирковая программа строилась по принципу невероятного профессионализма. Это сейчас цирковое искусство стало совсем абстрактным и непостижимым. А раньше, когда, например, выезжали всадники на арену, они показывали элементы выездки, а весь зрительный зал прекрасно понимал, что они делают. Просто циркач это делал лучше. У него выездка была классом выше. При том, что состязаний по выездке тогда еще не было. И все смотрели, вот как можно было бы, например, поднять собственный уровень владения конем. Но вообще в цирк он, вот как появились там акробаты, люди на трапеции, другие специальные мощные мужики или там, не дай бог, бабы, которые тяжести на себе таскают. Вот как эта традиция идет. Обновлений мало. Это именно наш цирк. Если посмотреть на цирки других стран, там ураганная совершенно программа. А наш вот он такой очень консервативный. И при всем, при том, есть цирк вот такой классический, подразумевающий арену, когда выходят туда не очень веселые клоуны или, например, не очень умелые легкоатлеты. Или, не дай бог, с замученными зверушками дрессировщики. А есть еще отдельная специализация – цирк на сцене. Он подразумевает выступление перед зрительным залом, что несколько по-другому вынуждает вести себя артиста, потому что за спиной у него никого нет, ему не нужно крутиться на 360 градусов, и это чуть ближе к эстраде и чуть дальше от непосредственно выступления на ковре. Но и там есть вот эта вот консервативная составляющая, которая делает цирк неинтересным. И спрашивается, вот для того, чтобы цирк сделал какой-то серьезный шаг вперед, куда, за каким каноном прийти и посмотреть, почерпнуть чего-то свежее, какие-то неожиданности взять, к примеру. Можно учиться у заграницы, но те, кто освоил какой-то заграничный уровень, обычно там и остаются. Вот внутри, куда прийти, в какое место, чтобы можно было как-то вдохнуть новую страницу в цирковое творчество. Можно обратиться, конечно, к режиссерам, умельцам ставить массовые действия, есть такие у нас, можно пойти по театральной стезе, но, на мой субъективный взгляд, самое правильное пойти туда, где действительно весело, туда, где действительно смешно, туда, где на самом деле можно увидеть парадоксальность, столь не хватающую цирку. Ведь цирк, он же должен радовать и изумлять, а он не радует, не изумляет. А вот Государственная Дума, она, может быть, конечно, и не радует, но изумляет. И когда нужно готовить артистов, а у нас есть цирковое училище, оно прямо напротив здания ГУЛАГа, главное управление лагерей, там сейчас на какое-то время тихонечко сидит ВГТРК. Одно из подразделений ВГТРК, там несколько радиостанций, немножко телевизионного. Вот это здание главного управления лагерей, напротив него здание циркового училища. И для того, чтобы прийти за вдохновением, для того, чтобы посмотреть, как надо веселить публику, для того, чтобы увидеть вот этот вот свежий, искрометный подход, когда люди умеют обнаружить что-то нетривиальное, нужно взять и поехать в Госдуму на заседание, послушать депутатов. Потому что, на мой субъективный взгляд, это и есть цирк на сцене. И сейчас, когда, казалось бы, все депутаты должны были оставить нас в покое, у страны должен был быть отпуск. Мы должны были отдохнуть от этих светильников разума. Ну, не получилось, некоторые депутаты замешкались, не успели прыгнуть в самолет и улететь к себе в родной штат Майами, который они представляют. Много осталось здесь, и особенно много осталось из самой подходящей для того, чтобы попасть в учебники современного циркового искусства политической партии ЛДПР. Потому что то, что делают ЛДПРовцы, регулярно как-то обсуждается, но, на мой взгляд, обсуждать всерьез предложение ЛДПРовцев — это то же самое, что обсуждать всерьез цирковую программу. То есть вот этот клоун, он хорошо отработал номер или плохо отработал номер? А вот эти вот, которые там на поддержке были, они грамотно
профессионально выполнили свою функцию или неграмотно, или непрофессионально. Но да, смешно было, интересно было и парадоксально было. И вот сейчас, пока мы все с вами не отдыхаем, потому что депутаты в покое нас не оставляют, прозвучала очередная инициатива одного ЛДПРовца, которая, как всегда, касается автомобилей. Поскольку депутаты в основном нелегитимные, достаточно самозванные и не нами выбраны, а уровень компетенции у них настолько опасен для экономики, для политики страны, что допускать всерьез к управлению государством, как ни странно, это их функция, а не законодатели. Так вот, допускать к этому их нельзя, поэтому им отдали на растерзание водителей. Здесь, с одной стороны, и оттоптаться можно в порыве отработки вот этого приказа, типа «фас, ну-ка быстро за рулем». И депутаты побежали за рулем. А с другой стороны, конечно же, вот именно здесь может быть та самая отличная цирковая программа, на которую цирку на сцене и цирковому училищу имело бы смысл, конечно, отозваться самым серьезным образом, потому что здесь можно и учебничек новый написать на примере тех реприз, которые мы слышим регулярно. Хотя, конечно, если цирковое училище не пойдет за опытом и сценическим изумлением в Государственную Думу, ну, нам точно будет не скучно. В цирке будет по-прежнему не весело, а на заседаниях Госдумы, конечно же, весело. Так вот, этот самый депутат, он в курсе, что с недавних пор у нас появилось определение роскоши в автомобильном преломлении. Вот яхты, квартиры, дворцы, шубохранилища, они роскошью не являются, а машины стоимостью от 3 миллионов и выше роскошью являются. И этот депутат от цирковой партии сказал, а давайте в таком случае будем и штрафовать их тоже по удвоенному тарифу. Причем депутат очень хорошо подготовился, поскольку цирк на сцене требует какой-то двух-трехходовости. Одномерная плоская реприза, она не настолько веселит публику. А здесь депутат копнул глубоко. Он сказал, вот машина, если стоит от 3 миллионов до 5 миллионов, то это коэффициент 2, то штраф удваивается. А если она свыше 5 миллионов, то штраф утраивается. Остановили водителя за нарушение стоимостью там, 300 рублей. И поскольку у него машина 3-миллионная, ему, соответственно, удвоили. И он заплатил 600. Да, замечательно. Это как раз отработка номера под названием «Социальная справедливость». Хотя социальная справедливость в нормальных странах, она пляшется не от стоимости автомобиля, а зависит напрямую от дохода. Но поскольку у нас есть Министерство труда, поскольку у нас есть профсоюзы, поскольку у нас есть масса других государственных структур, в этой связи понять, сколько у нас кто получает, невозможно, поскольку в основном работают люди втихую, в темную, в серую. И даже Ольга Голодец заявляла, что половина работоспособного населения страны непонятно, где чем занимается, потому что нет результата их труда в виде налогов. Хотя другие независимые эксперты полагают, что количество людей, не платящих налоги, гораздо выше. Оно составляет практически все, даже более чем трудоспособное население страны. Итого, цирковой депутат предлагает взять за основу в законе, в поправках КОАП, стоимость машины в 3 миллиона. Возникает несколько вопросов. Первый. Страховщики считают, что машина удешевляется за год на 20%. А если, например, у вас произошла авария через 3 месяца после того, как вы купили машину, то вы не получаете 100% возмещения, или у вас угнали ее, вам тоже начисляют дисконт. То есть машина, в принципе, выехавшая за пределы салона, она уже не стоит тех денег, за которые купили, но по истечении 3 месяцев она точно удешевляется, а по истечении года так она уже бесспорно удешевляется на те самые 15-20%. Соответственно, машина, купленная, например, в 2013 году за 3 миллиона, она этот свой 3-миллионный ценник специально ради депутата сколько будет на себе нести? Год, два, три, пять пожизненно? Или она тоже удешевляется? И через полгода она уже не стоит 3 миллиона? Никак. И, соответственно, тогда штраф должен как исчисляться? Коэффициент 2, коэффициент 1,8, коэффициент 1,6, коэффициент 1,2? Вот депутат об этом как-нибудь, наверное, подумает, потому что цирковая программа требует продолжения. Еще один момент. У нас инфляция, она абсолютно безобидна. Ну, там какие-то жалкие 4-6%, на самом деле 40, 50 и 60. И те машины, которые мы сейчас покупаем по 600-700 тысяч, они еще недавно стоили 300-400. И 3-миллионная машина, вполне возможно, что через пару лет это будет Солярис. И тогда, соответственно, сверхбогатыми людьми на роскошных автомобилях, к сожалению, станут и таксисты. И в качестве еще одного вопроса к разговору о социальной справедливости. А вот когда циркачи подобные вещи предлагают, почему это столь односторонняя мера? А давайте пойдем в другую сторону. Перерыв на новости, потом договорю, в какую именно сторону.
Продолжаю давать добрые советы Московскому цирковому училищу по изменению учебной программы. Так вот, как всякий порыв социальной справедливости, цирковую идею депутатов ЛДПР можно было бы развернуть не только на богатых, но и на бедных. То есть, если машина сверхдорогая, прямо-таки даже целых 3 миллиона, такая роскошь, и у нее коэффициент 2, а если у нее аж целых 5 миллионов стоимость и коэффициент 3, то есть умножаем на 3, то давайте пойдем в обратную сторону. Если, например, у дедушки Запорожец 68-го года, тогда пусть у него будет коэффициент минус 3, тогда пусть для него государство, ну, понятно, что оно его денег платить не будет, потому что мечта государства, чтобы дедушка сдох вместе со своим запорожцем, уж пенсию надо платить. Но, тем не менее, вот он еще по какой-то причине едет, и машина у него старая, и стоит она полкопейки. Тогда давайте штрафчик ему аккуратненько поделим на 3. Вот было, например, 300 рублей, а поскольку машина старая, 100 рублей. А вот шахид такси, ну, соответственно, они там 80-х, 90-х годов. Давайте для них сделаем, например, какой-нибудь тариф 2, коэффициент 2. То есть пополам, как это принято. В случае командир, да, пополам плачу тебе. Вот здесь будет совершенно официально. Там 1000 рублей за что-нибудь, или там за их выходки там 5 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч, 30 тысяч. Вот в пьяном виде он ехал на старой машине. Ему полагается поражение гражданских прав, у него, соответственно, пешкадральная жизнь и еще штраф. Это другая, конечно, тоже не менее цирковая идея Государственной Думы. Вот этот штраф 30 тысяч за езду в пьяном виде, а будет 15 тысяч. К разговору, кстати, о штрафах и о том, насколько было бы любопытно внести это в программу циркового училища. Поскольку у нас теперь стремление штрафовать всех за всю, нужно сделать вот это двойное наказание. Значит, за езду в пьяном виде у тебя лишение права управления штраф 30 тысяч, а вот, например, за убийство. Ну, все равно убил, все равно в тюрьме будет сидеть. Давайте с него тоже штраф. Вот там у него, например, ну, за убийство у нас сейчас там 2 года дают, иногда год дают, иногда 3. И штраф там 50 тысяч. Ну, за убийство человека 50 тысяч нормально? Человек стоит 50 тысяч в нашей стране? Ну, понятно, что он бесценен до абсолютного нуля. А вот, например, там, за изнасилование. Ну, тоже можно получить там полгода, можно получить год, но в зависимости от того, в каком ранге был насильник. Если он, конечно, был в каком-то ничтожном ранге, то можно, соответственно, ему дать и червонец. Но давайте его тоже штрафовать. Ну, все равно ему сидеть. Ну, пусть штрафчик еще заплатит. Там, квартиру у него продадим, отберем чего-нибудь. Ну, и всякие там телесные повреждения. Вот что он с ножиком прыгал просто так? Ну, там, присел на трешечку, как говорят у нас эти самые наши главные, самые умные. И штрафчик с него еще, там, 1015 хотя бы. Все государству хорошо. У нас так много происходит преступлений, у нас настолько кровавая жизнь, что если каждого пойманного еще и штрафовать, ну, в бюджет точно будет пополнение. А если еще, предположим, полицию, ну, благо она у нас до денег не падкая, заинтересовать рублем, например, комиссионные, так я думаю, у нас, даже если не всех убийц поймают, то хотя бы всех посадят. Ну, не обязательно, что он был убийцей, просто по статье пошел, подвернулся там, и штрафчик опять-таки. То есть вот эта цирковая манера решать какие-то законодательные вопросы, она для людей с юмором, она действительно веселит. И, конечно, это грустный смех. Это, знаете, на уровне клоунады Ингибарова. Если помните, был такой клоун с осенью в сердце. Он был скорее сатириком, чем клоуном. Но, тем не менее, это было вполне явление для нашего цирка тех лет удивительное. А для людей с тонкой настройкой души, так тем более она была понятна. Сейчас, конечно, души почерствее. Сейчас мир чуть-чуть попроще. Но если произойдет обновление программы подготовки, ну, хотя бы по той специальности, которая называется «Цирк на сцене», это отдельная специальность, и за основу будут взяты репризы депутатов Государственной Думы, это как-то на довольно высокую ступеньку градус юмора у нас поднимет, поскольку депутаты уже в этом поднаторели, осталось только циркачам это творчески обработать. Но сам по себе поход в Государственную Думу за новым учебником по цирковому искусству, мне кажется, вполне обоснованно. Там много любопытного происходит. Здесь идет смысловая отбивка. Депутаты Государственной Думы, я надеюсь, хотя бы на выходные оставят нас в покое. У нас будет пара дней без новостей от этих творцов. 5 баллов по шкале Яндекса. Раньше такая же картина была где-то, наверное, оценена циферкой 7 или 8. Ну, потому что все стоит. Кольца почти сейчас вот-вот замкнутся. Вылетные магистрали в совершенно жутком коллапсе. Это всего лишь 5 баллов. Езжайте, товарищи, подохните в пробках.
Ну, собственно, как всегда. 65, 10, 9, 9 и 6. Давайте попробуем. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Я хотел вот такой вопрос. У меня премьера 5-го года, 1.6 на механике. Ну, отъездил на ней 8,5 лет, 95 тысяч. Вообще никак меня не подвела, никаких не было с ней проблем и нареканий. Попал в аварию, и вот теперь непонятно, можно ли будет ее нормально отремонтировать, и, скорее всего, придется продавать. Ну, к Такой сожалению, вопрос да. выбора следующего автомобиля. Вот, рассматриваю какой-нибудь кроссовер, потому что семья хочет вместительный автомобиль в плане того, чтобы по размеру салона он был, ну, как-то размерен с премьерой. Вот. Посмотрел по вашему совету некоторые машины, например, Шкоду Йети. Семья сказала, что там очень тряска и мало места. Вот. После этого посмотрел Suzuki Vitara, X-Trail, вроде там большой дорожный просвет, и как бы и салон так побольше. Но в итоге вот семейство меня склоняет к еще более крупному автомобилю, типа Kia Sorento или Hyundai Santa Fe. Но это уже как бы на пределе как бы финансовых возможностей. И посоветовал, ну вот я слышал от вас много положительных отзывов по поводу дизелей. Вот, хотел бы услышать ваше мнение. Вот, эксплуатация подразумевается городская в основном. И полный привод нужен, ну, только чтобы для безопасности зимой. Ну, поскольку у вас семья следует за вами безразлучно, она всегда едет туда же, куда Ну, едете не вы. всегда, но значительное Ну, количество времени. значительно, да. То есть, соответственно, всей семьей принимаете решение, потому что вам нужно будет эту машину примерять на себя, то есть либо Соренто, либо Санта-Фе, это одна и та же машина, ну, просто Да, названия у да, нее да. разные. При этом Соренто, он чуть-чуть в плечах пошире. Санта-Фе, он так интересно скомпонован, что вроде бы все то же самое, но почему-то в нем теснее. Особенно на заднем сиденье, когда там в обнимку с кошелками все едут на дачу, там как-то не так организовано пространство. Соренто в этом отношении чуть-чуть попроще. Дизеля у них хорошие, сами по себе это легковые автомобили повышенной проходимости, Да, 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 я понимаю. но поскольку, видите, вам забраковали Йети, а совершенно понятно, что после довольно крупной премьеры Йети кажется не таким просторным, и багажник у него маленький, и у Витары багажник Да, вот маленький, но у да. X-Trail багажник большой. Особенно если оттуда выдернуть это пластмассовое корыто, многофункциональное для хранения гвоздей, то получается вполне себе нормальная кубатура. Здесь опять-таки момент легкого консерватизма. То есть ваша семья посмотрела на эту пластмассовую пещеру, вспомнила, что было в премьере, как-то их это не вдохновило, поэтому вы пошли искать дальше и пришли к двум бесспорно красивым машинам. Красивым и сделанным, ну вот, вот еще немножечко, и уже будет понятно, почему такая цена. По этим моделям мне непонятно, почему такая цена. Это знают только корейцы и московский офис, который в порыве голодной жадности назначал эти странные ценники. Еще более странные ценники ударят по вам, когда вы приедете делать ТО. Вы будете долго искать трехлучевую звезду, либо в документах, либо под капотом, потому что ощущение, что у вас Мерседес по стоимости владения. Но ехать вам будет там достаточно удобно. Вещи вы туда положите, но после того, как семья одобрит ваш выбор. Тем более, ведь у вас люди тренированные, потому что премьера — это одна из немногих машин, у которой дверей 4, а посадочных мест на самом деле 2. Там нужно уметь садиться на переднее сиденье, чтобы не приложиться головой, а на заднее сиденье, чтобы вовремя разогнуться. Поскольку они этот трюк у вас освоили, то им нормально будет в любой другой машине. Но пусть они принимают решение, и уже тогда коллегиально вы радостно поедете на какой-нибудь из них. Антон, здравствуйте. Сергей, добрый вечер. Здрасте. Сергей, если позволите, небольшую предысторию, Конечно. 10-15 секунд. Смотрите, была у меня Toyota Avensis, в принципе, слушая Волга ВАЗ, посоветовали Октавию, купил Октавию. У отца был Прадо, говорили много о Touareg хорошего, купил Touareg, очень рад. В общем, все рады, очень вам доверяем. И вопрос будет зависеть напрямую, что скажете, то и куплю. Ух ты. Это практически уже до уровня зомбирования вы дошли. То есть я чихнул, а у вас сразу раз и на свой платочек. Практически да, но практика показывает, что вы в 100% правы и очень хорошую машину советуете. Я Значит, завидую. вопрос такой.
появилась потребность в маленьком грузовике, и смотрю я, на у меня 1 100 000 1 200 000. Смотрю на такие машины, как Citroen Jumper и Fiat Ducato, и также Hyundai Porter. Что посоветуете, что будет менее прихотливо по топливу, дешевле по запчастям и понадежнее двигатель? У Ducato очень хороший дизель, один из лучших и самых универсальных дизелей, но и у Jumper, в принципе, он же тоже стоит, просто они немножко там прикидываются дальними родственниками. Porter — это кардинально другая машина. То есть Porter, он в принципе иной. Вам нужен фургон или платформа? Я беру сзади не цельнометаллическую, а с будкой машину. Именно будка нужна. Именно будка. Ну, Jumper и Ducato, они молодцы. Они делаются на одном и том же заводе из одних и тех же запчастей. У Ducato у него есть свои преимущества, но только по стоимости обслуживания. Но и Citroen тоже весьма лоялен. Но обе машины не любят перегруза. Обе машины требуют определенной культуры вождения от человека. То есть эта техника, она не газель. Газель умрет в первый день, но пахать будет даже в этом умершем состоянии. Что Jumper, что Ducato, они подобных трюков не любят. Но сами по себе они чрезвычайно гармоничные автомобили. И из-за того, что у Ducato дилерская сеть сдохла там пару лет тому назад, вполне возможно, вот эта эклектика, привлекательность цены обслуживания при отсутствии специалистов, которые разбежались. Угадаете или не угадаете, вы узнаете только в момент вскрытия. Потому что известно, что лучше всего вашу машину убьете не вы сами, а ваш официальный дилер. У Citroen в этом отношении все-таки есть ощущение, что там кто-то выжил. Перерыв на новости. Приятные пятничные беседы в предвкушении выходных и покупки нового автомобиля. 65-10-99-6. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Радио «Феномен ФМ». Спасибо за программу. Крадусь вот по Ленинградке из Москвы. Да у вас всего 5 баллов, Алексей. Какие трудности. Да. У вас тут... Вы летите со свистом. Ну, 5 баллов разве могли остановить когда-нибудь Москву? Да все нормально. Действительно, 5 баллов, да. Да. Ужас. Ну, вопрос в следующем. В прошлом году, в декабре месяце, приобрел в семью Nissan X-Trail на вариаторе бензиновый двигатель. Вот, и если рассматривая машину с точки зрения не как вот аппарат на четырех колесах, да, а как некую финансовую такую вот затратную часть, да, финансовую модель, хотелось бы знать, что ждет вот в последующем и как быстро от нее стоит освобождаться, на каком этапе и. А мотор какой? Какой по объему? По объему 2 литра. Ну, вот двухлитровый в сочетании с вариатором все-таки неплохо живет. И двигателя хватает на тактичное поведение в отношении вариатора. А проблема у него была, у этого вариатора, именно в паре с мотором в 2,5. Он так тысяч, наверное, с 8-10 начинал шуметь. А потом, ну, кому как повезет, у некоторых 30-40 тысяч он уже умирал. По этому поводу Nissan всегда делал вежливое выражение лица под названием «сам дурак». И гарантийным случаем этого не признавал. У вас более будет щадящая эксплуатация. И хотя, опять-таки, негуманный ценник у официального дилера, но машина-то неплохая, в хороших руках живет она долго, а поскольку у нас существует легенда, придуманная специально японцами для русских под названием «японское качество», то на вторичном рынке эта машина в любом состоянии, когда вы ее предложите, найдет следующего желающего. И если вот просто регламентные работы, ничего не ломается, тогда эта машина служит долго, в семье она приживается хорошо, ее все любят. И когда уже просто надоело, там лет через 8, вы ее продали, и набежали такие же с горящими глазами и сказали: «Алексей, отдай, отдай, отдай», и угнали ее куда-то. Так что вполне может быть, что и безбедная у вас жизнь сложится с этой машиной. Спасибо огромное, да. Тем более жена уже так у меня отобрала, поменяла мне на мою, на Шкоду свою. Вот еду сейчас в ней по пробке и потею очень. Почему? А что, окна, кондиционер? Вы не любите кондиционеры? Кондиционеры я очень люблю, к сожалению, в ней кондиционера нет. Пришлось вот сменить несколько направлений работы и поездить на большие расстояния. На X-Trail это не очень, так скажем, по деньгам выгодно. Вот. Да. Шкода Фабия, наверное, меньше при этом затрат дает на
Ну, в общем-то, конечно, да. Во-вторых, с другой стороны, как только ваша жена вкусила X-Trail'а на вариаторе с кондиционером, да еще с такой высокой посадкой, скорее всего, вы на Фабию пересели навсегда. И будете на ней радостно кататься по пробкам в том числе. Спасибо. Особенно по нашим подмосковным солнечногорским улицам, это точно. О, ну у вас там тоже, между прочим, самый лучший на свете менеджер уже выиграл выборы, поэтому у вас в Подмосковье скоро тоже будет все гениально. То есть Москва-Подмосковье, они срослись в партийном экстазе, и поскольку 8 сентября выборы уже выиграны, то у нас два фантастических градоначальника, которые улучшат у нас улучшаемое для улучшения лучшего. Мы в этом не сомневаемся. Ой, вот приятная перспектива на Фабии, да по совершенно незапруженной дороге, что, собственно, у Алексея происходит. Евгений, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Как раз по поводу Подмосковья вы сказали, я вспомнил, я практически каждый день езжу в Купавне мимо школы, которая ремонтируется, ну, уже второй год, по-моему. И там на ней висит плакатик, что он там ремонтируется по программе там губернатора такого-то. Вот у нас за 2 года сменилось 3 губернатора, и 3 раза менялась эта вывеска, и школа до сих пор благополучно не отремонтирована. Вот видите, вот постоянство — признак мастерства. Какую бы обезьянку ни посадили на шест, для того, чтобы ей все хлопали, а пирамидка под ней, смотрите, какая стабильная. Видите, успевают даже лизнуть, дать обезьянке свежий бананчик и под ней еще драпировочку поменять, чтобы никто не заметил, как она нечаянно туда коричневого подпустила. Ну, прелесть просто. Вот она, настоящая система. Работает же. Как часы, что самое удивительное. Сергей, хотел вас такое мнение спросить. Может быть, вы высказывались, но я как-то не попадал. Машинка, на мой взгляд, обделенная вниманием, это Suzuki Kizashi. Ух ты! Да. Мне она с полным приводом, ой, как понравилась. Я, конечно, был в восторге от нее. Но ввиду того, что машина крайне редкая, а у меня была уже редкая машина, и я понял, что редкая машина – это хорошо, когда ты в ней едешь. Но когда ты приезжаешь на сервис, ты понимаешь, что ты лучше всех остальных понимаешь, что с ней случилось. А они, как мартышки, вокруг нее крутятся, и максимум, что они могут, это закрутить масляную пробку. Да, есть такой моментик. Вот, и как-то это дело вот меня насторожило. Ну, и я все-таки отказался от ее покупки, купил машину, хотя тоже доволен до невозможности, взял себе Суперба. Вот. Знаете ли, это был все-таки настоящий шанхайский барс. Вы серьезно выиграли, потому что Суперб — это все-таки машина на 5 ступеней лучше, чем Кизаши. Абсолютно согласен. То есть тут я вот прям... Я уже даже новенького 2 раза видел на МКАДе на автовозах. Ну вот еще пока не попадался, чтобы просто смотреть его. Вот прям жду, может, поменяю. Ну вот по поводу Кизаши все-таки, вот ваше мнение, потому что у меня все-таки друг им загорелся, ему он нравится до невозможности, и его можно за вполне сладкие деньги купить, ну, вполне вменяемые. Евгений, не безумные. Японцы, на самом деле, ребята толковые, они знают тему. И когда мы с вами говорим, вот это хорошая машина, вот это плохая машина, конечно, подспудно где-то в нас лежит точка отсчета «Жигули». И мы говорим, что машина плохая, и нам она уже мерещится «Жигулями». Мы говорим, машина хорошая, и уже она взлетает в нашей фантазии до «Мерседеса». На самом деле, Кизаши, машина неудачная, но она сделана теми людьми, у которых уровень неудачи — это недосягаемая высота светлого послезавтра для нашего автопрома. То есть Кизаши — это, по большому счету, неудача в рамках фирмы Suzuki, но это достойный автомобиль уровня Европы, ориентации на Европу, Америку. Он появился только потому, что Suzuki тогда еще входила в GM, и они решили, что все-таки хватит им Иванду с переклеенными шильдиками, то есть корейскую Chevrolet Иванда, она же Deo Иванда, она же Deo Mangus, хватит ее выдавать за Suzuki, надо бы, например, в Америке уже так красиво выйти. Потому что закон рынка, когда у тебя всего одна модель, ты эксклюзивный, когда у тебя 3 модели, ты никчемный, а когда у тебя 25 моделей, ты широко охватил все ценовые сегменты. У Suzuki, у них машин маловато, поэтому очень многие корейские машины, то есть как выглядит Suzuki в Америке? Это куча корейцев, куча японцев и несколько ниссанов.
То есть у них продавался Лацетти продавался в Америке под видом Судзуки, и Ванда продавалась, и Эпика уже нет, под видом Судзуки. У них продавался ниссановский пикап большой под видом Судзуки, и все остальное то, что Судзуководы туда могли сделать, например, Гранд Витара. Потом они решили, что хорошо, давайте сами, начали созидать машину. Стилистика SX4, то есть в два раза больше. SX4, но в два раза больше. Ну, хорошо, спорный вопрос. Но по технике мотор фантастический. Потрясающий. V-образная когда шестерка. Ой, какой мотор. Причем мотор, да, да, да. Мотор какой. Я на тест-драйве катался, конечно, прям он мне очень понравился. А полный привод. И получается, с одной стороны, конечно, это Suzuki SX4 с деревянным салоном, выпиленным лобзиком, пионерами на уроках труда. При этом ценнике это странно. Едет замечательно. Причем ведь отрабатывали ездовые повадки, как она входит в поворот, как она в принципе рулится, какое чувство автомобиля. Вот в эту машину сел и полетел. Она меня этим и прельщала, своими вот тактико-техническими характеристиками. Да. И... То есть на тест-драйве мне попался парень, который тоже, в принципе, такой шустро ездит, и он не возмущался, когда я ей немножко жизни-то дал, чтобы посмотреть, что она может, может, и она реально может. А вообще, вот сузуководческая школа настройки подвесок, ведь SX4 на полном приводе, это же ураган. У нас покупают девки-безделушки, у которых не хватило на дорогие сережки. Они потом едут в этой штуке, покупают очередное фаянсовое изделие, покупают ёршик для фаянсового изделия, айфончик, и считают, что все нормально. А на SX4 можно же ехать как на раллийном допе, на рубь 40 в поворот, и она это позволяет. Другое дело, что ценник сумасшедший, непонятно, зачем ты купил вот это, вот за такие деньги. Но качество работы потрясающих инженеров, трансмиссионщиков, подвесочников, доводочные испытания, по двигателям, как они работают, молодцы. У нас какой-нибудь АвтоВАЗ, в который мы отдали уже весь бюджет и еще платим своими жизнями за то, что они существуют среди нас, ничего подобного не будет никогда. И Кизаши по настройкам, по тому, как сделана эта машина, при спорной внешности и поганом салоне, двигатель, трансмиссия, полный привод, подвеска невероятно хороши. Вот молодцы, ребят. Вот инженеры работали, не обращая внимания на то, что маркетологи проиграли на старте эту машину. Они ее просто слили. Да, я в принципе не видел рекламы этой машины нигде. И шансов нету. И я когда был у Сузуки в гостях, я у них спросил, я говорю, правда ведь Кизаши это тупик, у вас не будет Кизаши 2? Они сказали, да, Сузуки это фирма, которая делает маленькие машины, мы маленькие, гордые, маленькие машинки у нас получаются. Говорю, да, ребята, вот они же сделали, например, мотор 1.6 по Евро 5 без турбины, совершенно фантастической характеристикой по крутящему моменту. Я на этом моторе, он в Swift Sport ставится. У нас почти эта машина никому не известна, но в Евро 5 сейчас мало кто может вписаться без турбины с такой мощностью и с такими ездовыми повадками. А они смогли. Невероятно талантливые люди. И я когда был вот у них, я специально сказал, простите, а кто у вас работает под двигателем? Мне показали группу таких скромных японцев. Я говорю, простите, если можно, я бы хотел пожать вам руку, потому что вы потрясающие профессионалы. Они так сразу заулыбались, как-то им стало стыдно. Но, понимаете, это взрослые люди, я на их фоне мальчишка. Кто я такой, чтобы оценивать работу этих профессионалов? Но не сказать им спасибо было бы неправильно. Они молодцы. То есть машина сделана толковыми инженерами и бездарными маркетологами и дизайнерами. Да, да, да. И если ваш друг на эту машину обратил внимание, вообще-то, конечно, понятно, что он будет лучшим слесарем и лучшим мастером по пониманию того, как это устроено, что сломалось и что нужно изменить. Но когда вот такая машина, незаслуженно проигравшая рынок, тем не менее присутствует у нас в рамках официальной дилерской сети, и есть человек, которому она нравится, допустим, он ее возьмет. Ну, риск минимальный. Ломаться вот по принципу «это «Жигули» утром проснулся, она уже почему-то сдохла в гараже за ночь» — его здесь нет. А машина, конечно, ну, проваленная только потому, что бездари сидели и не смогли они никак ее продвинуть вообще. Пугало еще то, что когда я хотел ее купить, она, грубо говоря, практически только-только вышла. Это вот была первая модель, и меня смущало, что у нее вполне могло быть, ну, как у новой модели, у каждой куча-куча детских болячек. Конечно, конечно. Вот. Так, собственно, и было. И были там детские болячки, и вот все три машины, которые были проданы в нашей стране за эти годы, первые две споткнулись на эти детские болячки, третья бегает нормально, и если не заглядывать вот в американский прайс, где она начинается с 19 тысяч,
то сама... Не будем о больном. Не будем. Сердце кровью обливается, когда открываешь их сайт и смотришь цены, плакать хочется просто. Да, да, причем в Америку не хочется, а хочется именно плакать. Да, вот именно вот это вот. И еще такой вопрос хотел сказать в защиту нашего горячолюбимого АвтоВАЗа. У меня была в свое время 10-я модель. Если знаете, они еще были такие с аббревиатурой М, которые немножко морда переделаны, у них такой капот с клювом. Да, и... А у кого из нас в анамнезе не было «Жигулей», так мы на этих «Жигулях» такие подвиги совершали в защиту АвтоВАЗа. Новости. Ситуация на дорогах Москвы стала еще более невыносимой, а количество баллов сохранилось. Их по-прежнему всего лишь 5. 65, 10, 9, 9 и 6. Так, по-моему, Виталий, это вы. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей. Здрасте. Сергей, такой вопрос. Выбираю сейчас машинку для жены. Нравится очень марка Opel. Жену вы уже выбрали, осталось ее все-таки поставить на ход. Ну, она уже была на ходу, сменила уже две машины, теперь хотим третью, побольше, поэтому, ну, пополнение, соответственно. И такая ситуация, что либо Opel Mokka, в максимальной комплектации 1.8 атмосферный двигатель на автомате, либо Opel Antara 2.2 дизель. Что посоветуете? Я бы взял две. Ну, но не тянем, к сожалению, на две пока. Вот эти машины немножко разного типа размера, они почему у вас оказались на противоположных чашах весов? Потому что вы любите Opel или потому что вы нашли какие-то внутренние аргументы? Вот Mokka хороша этим, Antara хороша тем, а Mokka плоха этим, а это плоха тем. Вы на каких счетах взвешивали все это? Скажу так, изначально с ней поехали в автосалон за Opel Mokka. Видели его только на картинке. И ужасно жена разочаровалась, когда села вовнутрь, посмотрела, как она выглядит вживую, и была очень удивлена, когда села в Opel Antara. Сказала, что мне в Antara намного удобней, я лучше здесь вижу дорогу, поэтому и не знаю. Но у меня отталкивает от Antara только то, что в следующем году выходит рестайлинг. Нет, не выходит. Антара вот уже рестайлинговая, она, собственно, с этого года рестайлинговая. И вот с таким выражением лица... Она, вот, собственно, у нас должна быть еще какое-то длительное время. Вот собственно, собственно, Antara, она вот уже вот такая. То есть она очень долго она как-то мямлилась на пороге, куда-то она никак не могла прийти. И вот, собственно, вот она. Сергей, тогда вопрос. А как у нее дизель 2.2? И слышал вот в Инстаграме неоднократно, что якобы там проблемы какие-то с кузовом у нее. Что ли, цвести начинает быстро, то ли еще что-то в этом роде? У нее, знаете как, потихонечку с проблемами у нее, конечно, есть определенное количество. Все-таки это корейская машина, это Daewoo. И, ну, там по железу не особо ребята скрупулезно работают, но, тем не менее, это очень приличный автомобиль. И совершенно не важно, в принципе, ничего уже. Ваша жена села, вашей жене понравилось, ваша жена поняла, что это лучшее из возможного, и после этого ваша задача просто пойти и купить, а не рассуждать, а исполнять приказ. Сергей, тогда последний вопрос. А все-таки дизель или лучше бензин? Бензин то только 2.4 рассматриваем. Вот этот мотор не считается у них бесспорным шедевром. Ну, что называется, мотор как мотор. Но дизель... У них великолепен, и с автоматом они спарены блистательно, понимают они друг друга очень хорошо. Но зависит от того, насколько искушенный у вас жена водитель. Она когда плеснет летнюю солярку зимой, почему-то женщинам на это больше везет, чем мужчинам. Вот если, что называется, подобные неприятности исключены в силу ее опыта и вашего присмотра постоянного, то сочетание дизеля-автомата и Антары в одной коробке, в одной упаковке, это очень хорошо. Я понял. Сергей, спасибо. Поехал в автосалон за Антарой. И знаете, какая штука? Не переживайте по поводу того, новая или старая машина. У них вполне возможны какие-то обновления. Да, ну и что? Но вы покупаете все равно заведомо приличную вещь. И у машины, которая до рестайлинга, преимущество, она после этого не интересует угонщика. И это тоже большой плюс. Валерий, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Скажите, пожалуйста, ваше мнение машинки Chevrolet Tahoe
Мы бы хотели вот супруги, может быть, большой, безопасный, надежный автомобиль. Не на один, не на два года, а года на три, на четыре, чтобы не ломучий. Вот если не смотреть там на транспортную налоги, насколько вообще надежная машина, какова судьба Тахи, говорят, что ходят на нет там эти выпуски. Не-не-не, знаете, была истерика у американцев несколько лет тому назад, когда они громко всплакнули по поводу кризиса, все у них было плохо, потом Обама не давал кредиты, и тогда вот они как раз порывали... посыпали голову пеплом, рвали волосы и кричали: «Все, мы больше не будем делать большие машины, извините, мы переходим на салатик, на зеленый, мы срочно встаем все с голубыми в соответствующую позу, с завтрашнего дня начинаем есть травку, играть в гольф и больше не будем пачкать на природу». Потом отлегло, они сказали: «Значит так, сейчас субурбанчик сделаем новый, Тахо будет». Песня продолжается, никаких подводных камней здесь нет. Эта машина не внедорожник, в том числе, в первую очередь, по своей геометрии, по массе. И если она все-таки, благодаря полному приводу и вообще тому, как достаточно могуче она сделана, она создает иллюзию внедорожника, на самом деле это тягач. И когда вы купите еще яхту или, например, дачу на колесах, то вам будет вообще шикарно житься в этой машине, потому что, ну, квартира есть, но вы только что замахнулись на вторую квартиру, потом вы к ней на хвост вешаете филиал второй квартиры и уезжаете пожить на природе на недельку. Это не внедорожник, это классный ЗИЛ-130, способный утянуть на хвосте половину города. Для того, собственно, и затеян. По надежности он не «Жигули». Поэтому, соответственно, родовых травм из серии «Утром проснулся», ба, где мой валидол? Вот это не к нему. Но, как всякий американец, сделанный не очень трезвыми мексиканцами, не очень работоспособными индейцами и выходцами из соцлагеря, он имеет некоторую склонность к глюкам, которые регулярно из него вылазят. И, как всякий перешагнувший 2-3-летний рубеж американец, особенно классический, он любит развлекать себя и вас всякими там «check engine», «Airbag to face» и прочие какие-то неприятности. Причем это может быть просто электрический глюк. Но вот чем благодарно, благодатно и благоволительно обладание подобным ящиком? Он все равно неубиваемый, раз. Мотор вы ему не прикончите никогда, два. И любая работа с ним, она все-таки... его точно не ухудшает. Вот, ну, условно говоря, на «Жигулях», когда меняешь тормозные колодки, ты меняешь что? Ты только что поменял, то есть, ты знаешь, плохое поменял на худшее. Когда в «Жигулях» там крутишься с амортизаторами или что-то там делаешь по двигателю, ты знаешь, что вот конвейерную деталь меняешь на запчастевую, на которой написано, что это Bosch в натуре. Значит, ты хорошую, ну, более-менее неплохую, только что поменял на самую плохую. С «Шевролюхой», особенно с классической, с американской, с «Тахой», не, все хорошо. Потом вы освоите мопаровскую номенклатуру апгрейда. И если вот душа уже распахнулась, осталось только распахнуть в полном согласии с женой еще и кошелек, то, конечно, Тахо. Это же машина не для того, чтобы фигачиться на ней в булочную. Это для того, чтобы обладать, ехать, кататься и заниматься этим последующие 20 лет. Ну, может быть, 30. Потом завещать внукам. Понятно. Хорошо, Сергей, спасибо, я понял. Ай, приятные хлопоты выбора классического американца. Константин, здравствуйте. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел поинтересоваться, а Яндекс по-прежнему 5 баллов показывает? Текст, сейчас посмотрим, что у нас. Да, конечно. Вот он причем только что мне переформатировал карту, показал, что коллапс совсем смертельный. Ну, слушайте, это 5 баллов. Ну-ка. Вы не поверите, я сейчас ехал по бетонке и поворачивал, вот только-только повернул на Пятницкое шоссе, так я ехал 57 минут, 4 километра. Всего? Да. Да у вас там 2 балла, вы что, у вас нету пробок? Да не может быть такого. Ну, а чтобы комфортнее переживать, вот эти вот пробки. Я хотел бы узнать ваше мнение по «Эрке» дизельной, 224 лошадиных силы, который вот 2009 года, дорестайлинг. Как вам звонил человек, вы сказали, не стоит бояться этих «Эрок», но это был уже рестайлинг, а вот дорестайлинговая модель меня интересует. Вы ее собираетесь из Америки сдернуть или где-то в Европе поискать? Из Европы мне товарищ предложил.
Ну, хороший товарищ. А он обычно, у него целый склад эрок, и он их тихонечко раздает? Нет, нет, нет. Это там у него отец живет в Германии, поэтому он уже там дедушка старенький. Ну, в общем, есть машина, ну, да. А да. Из-под немца, который был такой весь из себя просто замечательный, заботливый, стандартный немец, и катался по хорошему асфальту, что в Германии совершенно естественно. Эрка, она... ну, не пошла в силу ценника и внешности, то есть машина за такие деньги должна быть как-то немножко попристойнее. Вообще сама по себе машина американская, за ней тянется шлейф такой доброй маркетинговой сплетни, что, ну, все-таки это на платформе S-класса сделано, со всеми вытекающими отсюда. И, в общем-то, машина очень правильная. И американцы почему ее любят? Потому что они пересаживались там на какую-нибудь там Пасифику. Пасифика обычно разваливалась буквально в мелкую труху через полгода, год-два. Потом пересаживаешь на Мерседес. Эрка то же самое, ну, только неохотно ломающаяся. Если из надежного источника с хорошей внятной биографией, то машина-то правильная. Вот она же здоровая. Туда заходишь в салон и начинаешь там аукаться. Там люди, кто здесь? В общем-то, я за этим салоном гонюсь, чтобы там было... А вот еще она на короткой базе. Это имеет значение? Там длинная, она короткая? Это для вас, по большому счету, нет. Потому что у вас получается либо, там, что называется, по багажнику чуть поменьше, либо по салону. Но он сам по себе крупный автомобиль. Он даже в самом коротком варианте все равно остается просторным. И это, с одной стороны, Мерседес. С другой стороны, он неугоняемый. И, ко всему прочему, он действительно Мерседес. Хоть и американский, он, тем не менее, несет в себе вот эту вот родовую печать приличной инженерной школы. У него, конечно, мерседесовских прибабахов хватает. То есть, ну, немцы, они же хоть обезьяну-то изобрели и логарифмической линейкой меряют кашу по утрам, но при всем при том они совершают очень странные шаги и ошибаются они по-взрослому. Но «Эрка» — это приличный автомобиль. И когда вот люди между «Вианой», например, или «Эркой» выбирают, то... Ну, в общем, «Эрка» имеет право на жизнь вступить в эту конкуренцию. Она достойна того, особенно когда полноприводная. Их же много. Спасибо полноприводных. Большое. Да, да. А, когда человек подступается к «Мерседесу», это совсем правильно. У «Мерседеса» все-таки есть аура успеха, и человек на «Мерседесе» всегда выглядит уже состоявшимся. Это большой плюс. И хотя в нашей стране не все любят людей на «Мерседесе», это хорошая ступенька в жизни. До понедельника, до свидания.